проход, первый проход для новичков по гвоздям. Я уже прошел, было очень жестко, больно, понимаешь, это я недолго, быстренько прошел, но сначала стопой было, так сказать, больно, но потом тепло прошло. Вот по мере прохождения времени стопы расслабляются, и тепло становится. Посмотрите на эти глаза. Первая встреча с болью. Вот она, встреча с болью. Проделка ее. Мы выйдем на новый уровень. Найди силы себе пройти эту боль. И ты станешь победителем. Класс, класс. Вдох, выдрываем ножку, выдох, переставляем ее. Может. Да. Класс, класс, класс. Я поруч. Ещё чуть-чуть. Нет. Ага. Хорошо. Выдох. Выдох. Выдрываем одну. Выдрываем. Может. Я поруч. Может. Я верю. Ты можешь, дайте поддержим, мужики. Да. Ты можешь, мы знаем, ты знаешь тоже. Ты дуже сильно. Можна швидше пройти. Ты родом, это все буде. О, 100%. Выдох, да. Дальше, хорошо. Ещё чуть-чуть. Хорошо, выдох. Есть. Вдох. За вдохом. Раз. За вдохом. Вірю. Ещё чуть-чуть. Откройте глаза, вы увидите финиш свой. Кричи. Не можу. Давай. Я хочу зійти. Я вірю. Не ти хочеш зійти, твій мозок хоче, щоб ти зійшла. Давай. Ти не хочеш сходити, я знаю. Клас, розслабся. Вдох. Катюш, не можу. Хорошо. Немножко не дошла, но ничего. Это было первое испытание. Это пройдет. Вы сделали это, смотрите, сколько вы прошли, похвалите себя, смотрите, сколько вы прошли. Вау, ну молодец, похлопай себе, браво, смотрите, сколько вы прошли, вы прошли почти уже до конца. Для первого начала это очень круто, это прям очень круто для первого раза, вообще просто крутяк, какая вы молодец. Give me five, girl, high five, nice. Мама, крутяк, вот так проходит первый опыт гвоздепрохода. Сложно, друзья, но за этим есть рост. Каждая своя дистанция, каждая свои возможности. Кто-то прошел только одну ступень, кто-то две, кто-то все. Но каждая своя задача. Не сравнимся ни с кем, сравнимся только с самим собой. Сегодня я был лучше, чем я был вчера. You can do it, man.